Отечество, сердечно приветствую вас в Ставропольской митрополии и низким поклоном от клира и паствы нашей Ставропольской митрополии за ваш просветительский визит. Я придаю этому визиту большое значение. Ставропольский край и Северный Кавказ имеют огромное значение для жизни всего нашего народа, для жизни нашего государства, для функционирования многонациональной системы и отношений, которая формирует и всегда формировала сам облик нашего Отечества. Я приму участие в освящении Казанского собора в Ставрополе, рукоположение нового епископа, который возглавит Георгиевскую епархию здесь, в Ставропольском крае. Кроме того, буду иметь возможность встретиться с духовенством Северо-Кавказского федерального округа и с Южного федерального округа. Я имею в виду в первую очередь наших архиереев, которые специально для этого приехали в Ставрополь. Затем буду иметь возможность принять участие в соборной встрече Всемирного Русского Народного Собора и посетить Пятигорск, где освящу Спасский храм и встречусь как с муфтиями северокавказскими, так и с руководителями субъектов Федерации Северокавказского округа. Ваше святейшество, вы сегодня слушали в Кремле послание Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. На что вы лично обратили внимание в программе президента? Мне кажется, удалось слышать все президентские послания в «Новой России». И должен сказать, что нынешнее послание отличается от всего того, что я слышал. Обычно президенты делают акцент на экономике, на внутренней или внешней политике. В нынешнем послании акцент был сделан на самое главное – на человека, на человеческую личность, на формирование духовного, культурного, нравственного облика россиянина, на воспитание наших людей в духе патриотизма, верности своему Отечеству. На мой взгляд, это стратегический взгляд в будущее. Можно построить замечательную инфраструктуру, которая, как известно, у нас далека от совершенства. Можно развить экономические отношения, построить новые фабрики и заводы, создать новые механизмы. Но если не будет решен самый главный вопрос о том, сохранит ли наш человек все те ценности, как духовные, нравственные, культурные, которые ему достались из прошлого, то для кого будет создаваться эта экономика? Речь идет, конечно, о сохранении нашей национальной или многонациональной российской идентичности. Я хотел бы поблагодарить президента за то, что впервые на таком высоком уровне были обозначены эти наиважнейшие стратегические приоритеты в развитии нашего государства, а также в развитии нашего общества.